Приветствую вас, друзья! И сегодня у нас в студии Кайфует ТВ неожиданный гость. Тусовщик, автогонщик Давид Курылян. Привет! Ой, как стильненько у вас здесь, кайфануть можно. Может, музычку включим, а? Да, без проблем. Диджей, включи музыку. Все, все, выключай. У нас здесь интервью, а не дискотека. Давид, расскажите нам о себе. Ну, музыку слушаю, на тачке гоняю. А какая у вас сейчас машина? Машина сейчас хорошая, очень хорошая машина у меня была, а потом там поехал, там туда, там, ой, ой, мама. Что с вами? А нервничаю я немного, а можно я друга приглашу, он мне лекарства принесет, а? Вон того, с баллоном? Да, Гурген, дорогой. Подойди к нам сюда. Я когда нервничаю, мне доктор прописал специальным кислородом дышать. Ну что ты сидишь, брат? Ну надувай же скорее. Какое-то лекарство у вас, я смотрю. Да нормальное лекарство. Хорошая машина у меня была. Я смотрю, вам стало легче. Легче стало. Мне уже хорошо. Я уже почти лечу. Лечу я как-то по трассе. Машина-то какая у тебя, Давид? Наливай. Надувай, дорогой. Машина. Беха у меня была, поцарапал немного. Сейчас немного на другой машине езжу. Поцарапали? Обо что? Какой-то неправильный кислород нам подсунули. Гурген, это точно наш баллон? Ну, короче, ехали мы с пацанами с демонстрацией, с шариками. Ну, поцарапали мы немного. Ну, Тойота, ну, Мазда. А нам, кстати, прислали видео с места вашего ДТП. Хотите, посмотрим вместе? Что-то нервничаю я. Сделай ко мне еще один шарик. Итак, внимание на экран. Давай. Ебать мне по жопе. А чё снимаешь? А чё нельзя? Конечно, нельзя. Да сюда мне не что надо значит, снимать. Что значит нельзя? Мне не надо снимать. Мне разрешал. Я спрашивал. Кто не спрашивал? Не, мне спрашивал. Дай сюда. Что значит, дай сюда? Что там? Иди нахуй. Полиция 100 метров. Я снимаю. Давай, иди. Да, конечно. Мне надо спрашивать потом, сука. Ты сука, давай кому будешь покажешь, скажи, что ты сука. Сам. Ёбаный в рот. Мне похуй. Здравствуйте, у нас здесь ДТП случилось, возможно, пьяные люди, машина, три машины у нас здесь задета. Ну, пострадавших нет, но у меня заехал, но пострадавших нету. Большая Бронная, дом 27/4. 25. Видно, что мне ничего не училось. Зато тебя учила. Чего? Зато, наверное, тебя жизнь учила.
Да, конечно. Когда аварию кто-то попадает, я спрашиваю, что-то случилось или нет. Да нет. Не то, что снимаю. Не, у меня ничего не случилось, просто пол ноги отбито. Не нам. Я говорю, просто пол ноги отбито и все. Это хорошо, я успел еще отскочить. Я в скорую не буду обращаться, я говорю, а удар по спине был нормальный. Сперва надо человеком бить. Ну мы всегда потом... люди. Ну мы всегда люди. Не, когда ты люди, ты человек. Я говорю, надо я был спрашивать. Я говорю, я успел отскочить, мне не, ты меня ну, не Богу, ударил. Что... Я не пойду в скорую никакую. Дядь, послушай, хоть слава Богу, что никому ничего не случилось. Обращайся к кому хочешь. Если плохо чувствуешь. Я говорю, я нормально, говорю, себя чувствую, говорю, я успел, да. Говорю, отскочить. Просто это не человеческий. Снимать с камеры. Да я знаю, что такое шарик. Я думаю, что просто поправился. Они эти шарики не показывают, что самое удивительное. Мы уже отловили таких шариков. Они не показывают, я не знаю почему. А что случилось больше? Машина стояла вот так. У нас здесь все лежат, что рекомендуют. Здесь параллельно. Да. Параллельно бетонный углов, он тоже стоял так. У нас здесь все погрузка, все погрузки. Они должны были сейчас машину вот там поставить. У нас здесь же часть разговаривала. Сказали, по возможности поставить. Ну и поставить. Умных уровней. Если не говорить на собственном, то мы такие кинули. Вы слышите, что а три вообще даже. Ваша стояла. Моя стояла вот так. Пикап стоит перпендикулярно. Вот так. Я понесла сюда сюда. А, и направо, да? Ну прямой. Ну прямой, конечно, на пикап. Прямой, да? И вот она у меня вот у меня вот здесь стояла. А где водитель? Ну, вот это здесь. Нормально так поцарапали. Наверное, у нас был неправильный кислород. Ну да, может, баллоны перепутали, как сегодня. Продал машину, купил другую, все равно буду ездить, кайфовать, как сегодня, например. А видео есть? Да, диджею передал. Вообще-то, режиссер, включите видео. Зачетные. А это у вас там нарды были, да? Да, резные. Друг прислал. По кайфу. Может, сыграем, а? С удовольствием, дорогой. Ну, а после эфира. Слушай, по-братски тебя спрошу. Тебе машина не нужна, а? Благодарю. Пока не нужна. Со слезами на глазах говорю. Продаю я ласточку свою. Беху? Какую беху? На той бехе. Вот это сейчас я свой автомобиль продаю. Купи недорого. Нет, она мне точно не нужна. Но мы можем спросить у наших зрителей. Спроси по-братски. Уважаемые зрители Кайфую ТВ, у вас есть уникальная возможность купить у Давида этот автомобиль. С этими номерами продается. Ну, конечно, с номерами, с колпаками и с мюзикой. Так, и за сколько же? 70 баллонов. А нет, 70 тысяч рублей. Начальная цена. Аукцион. И как же все это будет происходить? 5 дней будет длиться аукцион. Пусть мне звонят.
предложит большую цену, тому я отдам ласточку свою. На экране вы видите телефон Давида. Звоните ему и предлагайте вашу цену за его прекрасную машину. Аукцион продлится 5 дней. А мы заканчиваем свое вещание на канале Кайфую ТВ. До новых встреч, друзья! Так, Давиду Гураму мне по 200 коньяка, ну там фруктиков, там порежьте, чтобы было все красиво. Нарды принесите. Да, да. Друзья, автомобиль действительно продается. И именно с этими номерами. Ну а от вас мы хотим увидеть лайки, распространение этого видео и комментарии с тем, кого вы хотите увидеть в студии Кайфую ТВ.